Цифры никогда не врут. Этой осенью свой столетний юбилей отметил Мариестат. Тысячи отчетов, сотни квалифицированных специалистов и сложный путь от элементарного сбора информации до комплексного анализа социально-экономической ситуации Мариэл. Подробнее о работе одной из важнейших служб республики в материале моих коллег. 4 ноября Мариестату исполнилось 100 лет. История Государственной статистической службы региона началась в 1920 году, когда вместе с зарождением Марийской автономной области появилось бюро статистики. Тогда никто не слышал о гаджетах и современной технике, а универсальным инструментом специалистов были обычные счеты. В этот период в Мариэл формировалась статистика по промышленности, сельскому хозяйству, торговле. Проводились монографические исследования и перепись. Есть определенные этапы развития столицы, все-таки это немалая, значит, строка в жизни и коллектива, и всей нашей республики, поэтому мы также старались не отставать. Мы сегодня собираем статистику по предприятиям и организациям, занимаемся по выборке, обрабатываем статистику малых бизнеса, проводим различные переписи. Ну, это, допустим, вот статистика, перепись населения, перепись сельскохозяйственная, значит, делаем обследование малого бизнеса, делаем обследование по статистическим счетам затрат и выпуск. То есть это такие масштабные мероприятия. За столетнюю историю статус и функции Мариестата изменились. Новые условия потребовали реформирования и перехода статистики на международные стандарты. Сегодня специалисты Мариестата ежегодно обрабатывают более 170 тысяч отчетов. В организации трудятся более 100 человек. Большинство из них – женщины. Знания и навыки передаются из поколения в поколение. В Мариестате насчитывается уже 18 трудовых династий. Размещены фотографии и фамилии, имя, отчество наших ветеранов, которых мы смогли и найти и по образу, и, значит, по наименованию, будем так говорить, с их годами службы в нашей организации. Поэтому мы очень трепетно к ним относимся, поскольку статистикам стать очень непросто. Значит, примерно приходится год стажироваться, только после этого уже мы допускаем к самостоятельной работе. Но на сегодняшний день у нас 98% специалистов по статистике имеют высшее образование, из них практически 80% имеют профильное экономическое, статистическое, поэтому мы этим гордимся. Но вот наши ветераны – это самое главное, наши наставники, самое главное – путеводители, по которым мы на них ориентируемся. Они истинно статистики, многие из них проработали более даже 40 лет. На смену старшему поколению приходит молодежь, которая успешно включается в работу. Заслуги Мариестата отметил и глава Мариэл Александр Евстифеев. Он подчеркнул, что статистические данные необходимы для принятия управленческих решений. Цифры влияют на экономическое и социальное развитие региона. Также руководитель республики выразил признательность коллективу за большой труд. Вековой юбилей Мариестат встречает на пороге нескольких крупнейших мероприятий в статистике. Первый в истории России цифровой всероссийской переписи населения, сельскохозяйственная микроперепись, переписи 2021 года, статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год. За столетний период многими поколениями статистиков пройден сложный путь и накоплен большой материал. Благодаря цифрам сегодня можно проследить исторический путь республики.